Подумка, еще раз, как ты это воспринимаешь? Я воспринимаю, что Аврора стреляла в Питере, я так подозреваю, что у меня моя система образования вложила мне такие знания. Прямо налево, право. Прямо. А тут оказывается, что Аврора стреляла... От этого моста. От этого моста и в Твери, в Калинине. Нет. От этого моста. От этого моста. От этого моста стреляла в Питер? По зимнему. От этого моста она стреляла по зимнему. А зимний где был? Зимний был в Питере. А стреляла отсюда? Нет. От этого моста. От этого моста. Отсюда стреляла, значит. От этого моста. От этого моста стреляла куда? По зимнему. По зимнему, который находится в Питере. Да. Так это же 500-600 километров где-то так, верст. Это до Калинина. Ну да. До Твери. А как она могла стрелять так далеко? Она могла так стрелять далеко? Нет. Она стреляла от этого моста. Зачем? По зимнему. Непонятно. Ну, рядом совсем находишься, да. Поехали, поехали. У нас главное. Расстояние очень большое. Какое расстояние? 500-600 верст напрямую, если. От чего? Отсюда, да. От Твери до зимнего. Да. Но в тот момент, когда она стреляла от этого моста по зимнему, мост находился в Питере. А именно сам мост физически находился в Питере. Мост перевезли из Питера сюда, что ли? Совершенно верно. Что-то не придумай, да? Не говори. Вся история переехала вместе с мостом. Вся история переехала, да. Мозги теперь нужно ломать теперь еще. Но следующая революция, она, наверное, должна здесь быть. Отсюда должна стрелять. И обратно в Питер перевезти, да? Чтобы потом это все синхронизировалось, вернулось обратно. Ну как, вот святых расчленяют и их остатки разводят. Мощи, да? Мощи разводят по разным. Вот так же и здесь. Революцию сделали, и все, что связано с революцией, раздарили по всем. Чтобы тяжелее было собрать потом это в одно опять, в целое понимание, да? Ну, возможно, да. Опять разделяем. Я властвую. Из этой темы, да.